Саша, послушай меня. Сейчас здесь будет Тони. Тони? Тони. Но ты его так не называй. Тони. Ты понял, Саша? Тони. А? Ты понял? Не называй его так. Тони Монтана, что ли? Да хоть Индиана, Саша. Просто так его не называй. Хорошо. Ну ты слабак. Здорово. Это Александр. Очень приятно. Ванна где? А? Там. Саша, ты очень серьезный человек. Понимаешь, не лезь к нему с разговором. Если он спрашивает, отвечай. Ну ты понимаешь? А? Если спрашивает, отвечай. Бухнуть есть? Что? Что? Бухнуть, говорю, есть? А, конечно, сейчас принесу. Слушай, а что с руками-то? Да и так, для образа. Не перегибал, нет? Да нет, чувак, такой ты лютый. Я сам уж чуть на очко не подсел. Хорошо. Слушай, он меня не узнает? Да ладно, кто тебя вообще узнает, а? Ты охренел, что ли? Ну, чё ты обижаешься, ну? О. А чё за ствол? Я забыл тебя предупредить. В смысле, вы чё, настоящий, что ли? Ну да, настоящий. Вы чё, с ума сходили? Заряжен? Ну да. Уберу от греха подальше. А я смотрел фильм этот недавно. А? Говорю, кино это смотрел. Кино говно. Там еще члены ослов на весь экран. Ты что, писатель, эту байду читаешь? Вообще-то, это одна из самых гениальных книг. А тебе что, членослов нравится? Ты что, ботаник, извращенец, что ли? Слушай, Антон, там в книге совсем другое, а фильм — это просто личный взгляд режиссера. Да? Ну да. А в книге что тогда? А, в книге! Слушай, сейчас скажу, там... Я хочу, чтобы он сказал. Ну? Я могу сказать, если вам так интересно? Не, ну нам это интересно! Вообще в сюжете, там, на одной из далеких планет, где царит средневековье, так. Действие разворачивается в будущем, тайно живут земляне. Правитель этой планеты тотально уничтожает художников и писателей, а наблюдатели пытаются их спасти. Да? А из фильма я этого не понял. Ты мне вот скажи, ботаник, мы... Люди, существа разумные, как ты думаешь? Когда мы достигнем такого уровня развития, как в этой твоей книжке? Мы вызывали вас совсем по другому вопросу. Конечно. Ну вот и мне ответ на вопросы. Когда мир воцарится на Земле? А? Когда мы сможем летать, как в этой твоей книжке? Когда уже зло будет повержено? Да откуда я это знаю? Вот грубить не надо мне. Мне кажется, я с тобой вежливо разговариваю. Не, ну слушай, Антон, мой друг писатель. Его книгу не пропускают в печать. Ну ему надо помочь. Кажется, я понял.
видимо, для того, чтобы напечатали его книгу, нужно кого-то завалить, правильно? Нет, нет, никого убивать не надо. Ну тогда, может быть, запугать кого-то? Ну, намекнуть на то, что мир не самое безопасное место. Я могу это грамотно? Круто, но не это. Ну а чё тогда, пацаны, чё вы тут мне лепите? Я никак не могу понять, не вразумлю я вас. Нужно просто выстрелить ему в ногу. Чего? Ну, в левую, в ногу. Вы чё, с ума посходили, пацаны? А? Это чё, у вас шутки такие? Ладно, Антон, ну не кипятись, я сейчас тебе все объясню. Не, ну я надеюсь, что твое объяснение меня устроит, иначе я за себя не отвечаю. Ну, понимаешь, моему другу нужно почувствовать настоящую боль, для того, чтобы описать это в книге, и она получилась бы достоверной. Ну, понимаешь? Нет. Инцидент исчерпан. Больше мне не звони. Это какой-то беспредел! Беспредел? А что ты знаешь о беспределе? Ты знаешь, что беспредел это даже не убийство, потому что это разрешено всеми законами. М? В любой стране вас могут вполне официально убить. Конечно, не каждый. Но у определенных людей список оснований для этого довольно большой. Это как превышение полномочий. И при их превышении убийство, либо что-то другое, уже считается беспределом. Если, конечно же, будет тот, кто сможет спросить с тебя за этот беспредел. Потому что прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав. А если ты президент или премьер-министр, ты можешь убить тысячу людей, и тебе опять за это ничего не будет. Но до тех пор, пока ты у власти, подумай об этом. А еще подумай, куда ты будешь девать мой труп. Че, в ногу хотел? А может, в ложку тебе? Чтоб ползти об стену? Или в ногу все-таки? Батарин! Что за пиздец? Нет, тут он.